Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ с сайта Рандеву. Здесь очень много бюджетных классных находок, все вместе будем тестировать, давайте скорее открывать. Всегда все отлично упаковано, накладная. Что у нас здесь с вами интересного? Как всегда, вкладывают в заказ вот такие подарочки. У нас аромат Roma Passion, по-моему, он у меня уже был, и он мне понравился. Сейчас, девчонки, вытащу. Это такие большие пробнички с распылителем. Мне кажется, был уже. Я забыла. Ага, был классный, классный, очень интересный, богатый аромат. Так, и у нас здесь с вами... Так, пилинг, что ли, гель? Слушайте, по ходу дела это здорово тоже. Обязательно попробуем с расходом. Я заказала вот такие резинки. Для Ксюшки вообще копейки. Цена вопроса 10 штук. Темно-коричневые, они в разных цветах. Потому что у нас постоянно резинки пропадают. Их очень много, но они пропадают. А вот эти такие минималистичные в школу. В школу и делать какие-нибудь прически, чтобы резинок было не видно. Заказала себе бамбуковые палочки, бамбуковые, апельсиновые палочки, делать маникюр. 8 штук, обычные, тоже цена вопроса, прям копейки. Я после геля для удаления кутикулы Фаберлик, вот прохожу здесь по кутикуле палочкой, убираю все лишнее и красота. Так, дальше. Я заказала на пробу, девчонки, Деваль, по-моему, так называется бренд, кисть Деваль. Достаточно бюджетно тоже. Мне захотелось именно такую для нанесения теней, поэтому с вами вместе потестировала. Вот в таком она пакетике приходит. Так, теперь у нас с вами косметичка. Бренд называется, девчонки, Мартидерм. Вот такая вот очень-очень красивая и большая косметичка. Откроем за кадром, пошуршу и посмотрим. В последнее время очень понравилась косметика уходовая Зайтун. И мне захотелось попробовать вот такую маску для лица. Это маска отшелушивающая. Очень большой, кстати, флакон. Потестируем. Она вся запечатанная. Так, дальше мужу Дейзик на сайте Рандеву с накопительными баллами и с моим промокодом Дейзики выходит покупать дешевле все, потому что такие Дейзики сейчас в магазинах стоят как пол вертолета. Так, еще Зайтун, это минеральный дезодорант. Вот прям на сайте на него очень такие крутые отзывы. Это антипреспирант, антиперспирант, причем, да, но натуральный и безопасный. Смотрите, я покажу состав. Так, состав. Смотри на упаковке. На какой упаковке? Ну ладно, на сайте можно посмотреть. А вот он, господи, ингредиент. В общем, он такой совсем безопасный. Он такой вот как бы водный. И очень интересно попробовать, насколько будет... Тут даже два колпачка, что ли, получается? Ага, представляете, тут два колпачка. Один большой, один маленький. Они с разными есть ароматами. Мне очень захотелось потестировать. Тоже прям отзывы такие были. Ой, еле уловимая душка. И она потрясающая. Вы знаете, какого-то парфюма с ароматом чистоты и свежести. Потрясающая. Она еле-еле уловима. Так, крестюшки. Взяла вот такую детскую зубную пасту Президент с малинкой. Будем пробовать. Надеюсь, она тоже без отголосков мяты. Хотя сейчас и Фаберлик паста ей очень зашла. Но она 3+. Вот такую щетку ей взяла на смену. До 2 лет. Вот такая вот симпатичная. Щеток у нас теперь в запасе много. Зубок у нее полный комплект. Надо уделять внимание. Дальше у нас, девчонки, с вами... Шампунь. Так, сейчас найдем по-русски. Это Мартидерм. Тоже, как и косметичка. Шампунь против выпадения волос. Анти-эйдж. Плотность, блеск, объем и сила. Тоже очень большой объем. И многих уже видела, что прям его вот прям хвалят. 200 мл. Вот такой интересный. Тоже запечатанный приходит. Будем тестировать. Анти-эйдж. То есть у нас, смотрите, как здорово. Плотность. Вот это я люблю. Я обожаю шампунь, который придает плотность. Объем. Это прям мое. Так, дальше поехали. Что у нас тут еще интересного, блестящего? Так, это экспресс-маска для объема волос. Опять же, это у нас с вами 8 секунд. Брали мы с вами на Wildberries, тестировали маленькие сашеточки. Малиновые такие, малиновые, красные. Я решила попробовать голубую. Тот же бренд, да, но вот голубая она для объема волос. Маска для объема волос. Очень интересно. Будем с вами тестировать. Она в разных объемах. Есть на сайте... То есть есть совсем маленькие, есть большие, есть побольше. Я взяла, по-моему, флакон, который с носиком. Прям все последнее время нахваливают эти масочки и филлеры 8 секунд. И мне захотелось. Смотрите, вот такая красивая упаковка. Да, тут носик. Носик в комплекте. Вот так она выглядит. И потом у нас с вами надевается носик. Массив, господи, массив. Все о них сейчас прям говорят. Шумит этот бренд из всех
чайников. Так, дальше что у нас с вами? А дальше, вот дальше, вот прям разгуляйся, Светлана, с Ксюшкой будем делать. Весна, девочки, весна, очень захотелось интенсивного ухода за собой. Я набрала вот такую просто гору тканевых масок. Просто гору. Почему? Потому что, во-первых, они по 20 с чем-то, 30 с чем-то рублей на рандеву. Я за такую цену еще масок не видела. И они корейские. Я взяла прям всех разных, всяких вот таких вот. Кто пробовал, я вам быстренько их все покажу. Обязательно пишите. Я смотрела абсолютно у всех масок производитель Корея. Представьте, за 28 рублей, за 30, за 31, за 32 какие-то. Там, по-моему, у меня самая дорогая пузырьковая, чуть-чуть подороже. Вот такая суперфуд. Вот она пузырьковая как раз. Вот такая. Вот такая. И вот такая. Вот так вот. Вот прям будем блаженствовать вечерами с Ксюшкой и делать маски. Такие же абсолютно маски в других магазинах стоят на порядок дороже. А в рандеву еще есть такой раздел «Распродажа». Я вам промокод, как всегда, на скидочку 10%, ссылку оставлю. Там есть раздел «Распродажа». И там по великим скидкам можно найти очень годные, очень крутые вещи брендовые, да? Сколько? Вот сколько у них. Это один и тот же бренд. Labelage, наверное. Вот такая. Вот такая. Опять Labelage. Еще одна пузырьковая. Так. Labelage вот такая. Вот такая розовая интересная масочка. MG Care. Такая. И вот такая. А, это для рук, девчонки. Я мужу. Это мужская, на самом деле, в разделе для мужчин маска. Я ему хотела такой подарочек с приколом собрать, но можно и для женщин. Как бы маска, перчатки для рук. Вот я хотела, чтобы он сделал, приучать его к уходу. Тоже цена вопроса смешная. Там, если день рождения у мужа в ближайшее время, можете посмотреть. Для мужчин можно собрать очень такие интересные, даже приколюшные вещи на рандеву. Вот такая гора масок. Сейчас начнем. Выберем с Ксюхой какие-нибудь. Но есть что-то типа алоэ по-любому. И себе сейчас какую-нибудь тоже выберу. Коллагена. Коллаген, гиалуроночка. Можно гиалуроночку. Вот эти сейчас и будем делать. Посмотрим. Косметичку распечатала. Вот такая вот она. Классная, симпатичная. Внутри одно большое отделение. То есть много-много всего может влезть. Вот когда ее заполнить, она будет стоять такая объемненькая. Мне понравилось. Симпатичная. Люблю в последнее время такой вот дизайн. Ни к чему не обязывающий, скажем так. Ну что, девчонки, а сейчас будем все тестировать. Мы уже несколько масочек с Ксюшкой протестировали. Вообще все великолепно. Замечательные лекала. Никаких заломов. Все отлично, все супер. Для масок за 30 рублей это просто шик, блеск, красота. Так, по Дейзику Зайтун. Вы знаете, очень интересный продукт на самом деле. Я хочу сказать, что никакого запаха и потоотделения повышенного... Не то, что он не вызывал, но, судя по всему, блокирует. Никакого запаха, пота как бы я не чувствовала. Просто сам факт, что он вот такой жидкий, как вода, и то есть сначала у вас подмышечные впадины мокро, а вот это как бы, ну, непривычно. А так, на самом деле, вот мне его на день хватало. Все отлично, все замечательно. Мне безумно нравится аромат. Мне хочется его распылять прям как освежитель воздуха. Здесь такой... Одушка, правда, еле-еле уловимая. Ее практически нет. Но вот та, что есть, она безумно приятная. Она вот очень приятная. Поэтому... Удивлена, но он вроде как со своей функцией справляется, да? По зубной пасте малинка тоже все отлично, все супер, вообще все замечательно. У нее нет никакого практически привкуса, там еле-еле уловимый отголосок малинки, она полностью прозрачная, это у нас с вами президент. Ребенок чистит с удовольствием, классно. Так, дальше мы сейчас с вами будем тестировать шампунь Мартидерм против выпадения волос. Вот этот, кто пробовал, девчонки, обязательно напишите. Так, против выпадения волос, антиэйдж, плотность, блеск, объем и сила. Шампунь против выпадения волос с гиалуроновой кислотой для всех типов волос. Подходит для частого использования. Можно сочетать с другими медикаментозными препаратами. Разработан для борьбы со старением волос. Вот, здорово. Хранить в недоступном месте для детей. Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. Хранить, понятно, для наружного применения. Все понятно. Здесь этикеточка на русском, она, кстати, приклеена. На сам флакон. О, вот так, видите? Это у нас кто? Испания, слушайте, сделано в Испании. Очень интересно. Так, давайте его распечатаем. Он у нас тут с вами заслюдирован. И посмотрим, что он из себя представляет. Гелеобразный, полупрозрачный, с легким желтоватым таким оттенком. Подушкам что-то напоминает.
Мне кажется, у меня маска пленка была с такой душкой. Вкусная. Вкусная душка, фруктики. Экзотические, вот что-то такое. Но она не сильно ярко выражена, вкусная такая дорогая тушка. Так, ну все, я пошла в душ, а потом мы с вами будем тестировать от Зайтуна умывалку. Вот такую. Кто пробовал, тоже обязательно напишите. Это у нас с вами умывалка. Маска отшелушивающая для лица, ритуал энергии для тусклой кожи. Натуральная формула с ахокислотами, фруктовыми экстрактами действует сразу в нескольких направлениях. Деликатно отшелушивает ороговевшие клетки, способствует уменьшению морщинок и первым признака старения. Нанесите равномерным слоем на сухую чистую кожу, избегая области вокруг глаз и губ, оставьте на 5-7 минут. Затем смойте водой, используйте 1-2 раза в неделю. На 5-7 минут. Такая быстрая масочка кислотная. Готово. Что по шампуню? Пенится средне. И он даже такой гелекремообразный, я бы сказала. Так, тихо, малыш, вот это нельзя трогать. Вот. Промывает хорошо. И я его даже оставила на волосах. Мне кажется, что такие средства, они должны поработать какое-то время, да, пока принимала душ. То есть он был все время на волосах. Когда смыла, волосы были мягкие. То есть, учитывая мои поврежденные волосы, они были мягкие. Я ни бальзам, ни маску не наносила. Мы массил с вами тогда в следующий раз потестируем, посмотрим. В этом ролике или в следующем посмотрю, в общем. Потому что не люблю сейчас эффект утяжеления волос. Мне не нравятся вот эти вот сосульки силиконовые на голове. Вот мне нравится, хоть убей. Мне нравится эффект живых волос. Поэтому я не буду абсолютно ничего наносить. Волосы я феном сейчас не сушу. И редко очень укладываю. Кто тут у нас разгромыхался? Вот, поэтому чисто шампунь. Да. Будем смотреть, как он себя поведет. Так, кожу лица очистила. Давайте пробовать Зайтун. Он у нас тоже с вами запечатанный. Сделала скрабик, почистила как следует. И теперь у нас с вами масочка. Так. Какая беленькая. Так, хватит громыхать. Тюбики считает, давайте. Наносим. Приятная душка, еле уловимая. Восточная какая-то. Вот я сейчас гель для душа использовала тоже от Зайтун. Кстати, классный. В прошлом заказе он рандеву был. Девчонки, он великолепный, потому что на теле вот этот аромат, где есть нотки ладана, которые я терпеть не могу, но здесь он настолько тонкий, интересный и смешивается с восточными какими-то нотами. Вот поближе вам покажу, как он выглядит. И аромат обалденный, и он остается на коже целый день. Я ложусь спать, сейчас вот утро, да, допустим. Не допустим, а сейчас утро я буду ложиться спать, у меня на теле будет еще аромат. Поэтому мне очень понравилось. Вот в этом плане здорово. И состав у них неплохой. Маска кремовая. Несмотря на то, что кислотная, я прям удивлена. Я думала, может, сейчас какими-то частичками будет или еще что-то. Нет, она кремовая. Вот есть такой легкий отголосок, как раз геля для душа. Легенький-легенький. Маски, кстати, много вообще надолго хватит. С учетом того, что она такая, вот, знаете, как сливки. Похожа на маску Биомик от Фаберлик по консистенции. Очень похожа. Там сливочки такие распределяются хорошо. И смотрите, у нас на 5-7 минут. Пока мне ничего не жжет, ничего не печет. Не знаю, ли должно, но вообще кислотные продукты должны. Тем более я очень хорошо очистила кожу. Поскрабировала даже. Что-то такое должно быть, мне кажется. Ну, хотя кто знает. Навеки наношу тоже, да, такие продукты. Так. Практически все. Нигде вообще не пощипывает, не печет ничего. Очень интересно. Нанесли. Какие тут обещания, я что-то даже не пойму, что молодость и свежесть. В случае попадания в глаза промыть водой. Ну, короче, будем молодыми. Кислоты, они вообще для чего нужны? Это антиэйдж уход. Это уход для проблемной кожи. Кислоты нужны обязательно. Да, поэтому должно быть выравнивание тона, по идее, отшелушивание. Кислоты у нас обладают отшелушивающим свойством, то есть ороговевшие клетки все. Посмотрим, хожу. Ну что, прошло 10 минут. Достаточно, смываю. Что по факту? По факту очень чистая кожа, гладкая, цвет выровнен, вот прям чистая-чистая после маски. Маска, знаете, такая очищающая. И вот у меня такое ощущение было от гаммажа Фаберлик. А когда им умываешься, но, кстати, такого вот тоже почему-то нет. В последних версиях почему-то нет такого. Раньше так было, что она дышит после того, как ты продукт снимаешь. То есть вот я чувствую какой-то легкий холодок на коже и такое ощущение, что вот она напитывается кислородом. Не знаю, такое ощущение, что она очень круто очищена без пересушивания. Хотя кислоты у нас имеют свойство сушить, и это вообще нормально. Матированная, чистая, поры все чистые, гладкая и вот как будто дышит. Мне безумно понравился эффект. Слушайте, Зайтун
Походу делает хорошие вещи. У меня теперь будет тоник, дневной крем и патчи, и весь уход. Красота. А по шампуню я еще чуть попозже расскажу. На сухих волосах, как это будет выглядеть, будет ли объем и так далее. По сухим волосам, по полностью высохшим, я уже могу судить. И без фена. С феном можно любой шампунь высушить очень красиво. Вот, поэтому будут сохнуть естественным путем, а потом посмотрим. Мои хорошие волосы высохли естественным путем, и в целом очень даже неплохо. То есть есть объем, они такие естественные, я их как бы вообще не трогала, расчесала, когда высохли, и все. Объем действительно есть, можно его руками прибавить. Поэтому неплохой. Мне пока нравится очень шампунь. Буду тестировать дальше. Но на этом видео буду заканчивать. Ссылочку на рандеву и промокод на скидку 10% оставляю под роликом. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.